Кадры из тренировки Реала появились и в инстаграме королевского клуба. Звездные футболисты показали, как они могут бить по воротам, когда там нет вратаря Шерифа Атанасиадиса. В ворота слева у пятого сектора, где сегодня будут испанские фанаты, удары отрабатывали звезды Реала. Вот удар Марсело в девятку. Модрич решил схитрить и пробить низом. Давид Алаба тоже направляет мяч в девятку. Пресс-служба Реала не указывает при этом, были ли неудачные дубли. А это вчерашний вечер. После заселения в гостиницу «Россия» легенда Реала Роберто Карлос публикует сторис с геотегом «Приднестровье-Тирасполь». У Карлоса 6 миллионов подписчиков в инстаграме. Сегодня он будет комментировать игру из пресс-ложи главной арены. Вини! А этим болельщикам вчера очень повезло. Из-за ковид-ограничений футболисты Реала интервью и автографы не дают. Но нападающего Реала Винисиуса очень сильно попросили. И он расписался на футболке. Пресс-служба Реала снимает сюжет про Тирасполь для клубного канала. Пару тизеров из столицы есть в инстаграме Реала. Испанские журналисты подумали, что троллейбусы в клубных цветах Шерифа.